На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра поединками в Минске и Солигорске стартует игровая программа 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Ислыч принимает «Торпедо» «Беласа», «Шахтер» «Днепро». Футбольный клуб «Гомель» в 10-м туре сыграет против действующего чемпиона борисовского «Батэ». Матч состоится 1 июня на поле стадиона «Центральный». Начало в 19:00. Борисовчане сейчас на второй позиции в турнирной таблице «Зелено-белые» на 11-й. Мозырская «Славия» свой поединок 10-го тура проведет на выезде в Гродно. Поединок против местного «Немана» 2 июня начнется в 19:45. В таблице чемпионата у команд по 13 баллов. «Неман» на 7-м месте, «Славия» на строку ниже. Гомель примет первый тур чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Состязаться будут мужские и женские пары. Турнир пройдет на площадках каскада Волтавских озер по улице Макаенко. Завтра матчи стартуют в 18:00, в субботу и воскресенье в 10:00. В Гомеле завершилось первенство области по вольной борьбе среди юношей и девушек. Возраст спортсменов 14-15 лет. Этот старт – последняя проба сил перед спартакиадой школьников, которая с 12 по 14 июня пройдет в Борисове. Неожиданных результатов нету. Как бы команда, в принципе, была до этого известна. Было перед этим еще первенство области, проходило первенство республики. Правда, участие в областном первенстве принимали не все сильнейшие. Часть спортсменов сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Минске, где готовится к первенству Европы. Континентальный форум в конце июня пройдет в Польше, в Кракове. В составе сборной страны тренируются Александр Вербицкий, Иван Валеватый, Алексей Васюков, Данила Махонько, Валерий Бышек, а также Яна Костунова и Дарья Баханькова. Перед спартакиадой школьников спортсмены присоединятся к сборной Гомельской области. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».